Мария. Ну, мы с вами проходим в отделку эгоистов бывшей офицерской. На офицерской улице 57, в начале 20 века поселился Шалиш. Великий русский поэт Александр Блок. Нарушаю. И первое же стихотворение, написанное им тут, стало знаменитым: «Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный и тусклый свет, живи еще под четверть века, все будет так, исхода нет». Интересно, что та самая аптека в действительности существовала и все еще существует. Находится в доме справа, а дом этот до сих пор называют театральным. Вот здесь жили артисты театра. Ну, а в 1915-м сюда приезжает никому неизвестный тогда рязанский поэт Сергей Есенин. Он привозит свои ранние стихи и ждет с нетерпением, что скажет на это Блок. Встреча двух гениев произошла на офицерской улице, и она сыграла ключевую роль в жизни Есенина. Стихи чистые, свежие, голосистые, отозвался Блок и благословил своего собрата по перу. Вот так начинается слава Есенина.